Кейт Миддлтон и Меган Маркль считаются самыми популярными королевскими особами. Неудивительно, что поклонники не перестают их сравнивать между собой. Так, например, жену принца Гарри заподозрили в пластике лица, которую она сделала якобы с целью подражать принцессе Уэльской. На днях герцогиня Сассекская впервые появилась на публике после отказа от участия в коронации Карла III, которая состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве. Она предстала в ролике на конференции TED. Поклонники заметили перемены во внешности жены принца Гарри, в частности, более светлый оттенок волос и цветные контактные линзы. Некоторые предположили, что она сделала подтяжку лица и более тонкие виниры, чтобы быть похожей на Кейт. Грустно, что Меган Маркль так сильно хочет быть Кейт Миддлтон, боже. Меган Маркль одержима принцессой Уэльской, она носит контактные линзы светло-коричневого цвета. Чтобы быть похожей на Кейт, она выглядит так, будто пытается быть похожей на Кейт, но это ей не идет, написали пользователи.